Резко кончилось лето. Всем привет. Третий день. Какая-то непонятная погода. Пасмурно. Ну, бригада. Обдирать. Пока окна у нас нету. Окно будет только в июле. Папа. Придется закрывать пластиком вместо окна. А то стало прохладно. Мэри дует. Пойдемте. Поздороваемся с Мэри. Эй, красотка. Красотка. Привет. Поедаем сено. Заводик. Заводик по поеданию, да? Красопетовка. Вот ты красопетовка. Вот окно. Заказали пластиковое, но Озон сказал, что будет только после 8 июля, да? После 8 только будет. А погода у нас какая-то изменчивая стала. Поэтому надо. Берем эти какашки-то. Вот. Надо будет закрыть. Чтобы ночью не замерзнуть, да? Малыш. Сейчас девчонки оборвут. И все. И закроем. И закроем. Все это дело пластиком. Мухи еще гады, да? Узнали, что ты тут стоишь. Тепленькая. И все к тебе приперлись. Кушай, сенцо. Иди. Иди кусай, сенцо. Иди. Нос такой. Нос такой. Носяра. Просто носяра. Красотка. Красотка просто. Просто красотка. Красотка. Дай тебя поглажу. Десенца. Пьем. Пьем. Столько новых звуков, да, тут у тебя. Новое место, новые звуки. Yeah.
А. Мусор, то вон у вас же мешки. Тут ты что-то недопитое. Да, я вот сюда оторву. Ты сейчас порвешь? Вот, о чем я и говорю. Кому нужны какашки? Принимаем заказы на какашки. Пап, дай мне лимонад. Какой? Который там стоит. Я у тебя что, его забирал? Кто там такой грустный лежит? Загнали, да. Большой собаки не пускают. Так грустно. Зато не жарко. Пробуй. Пробуй. Вот, а теперь вот этот, который короткий я грел. Его это? Попробуй. Нет, он тот. Тот, да. Я освобождаюсь. Ну-ка, дай. Еще теплое место остается. Так, уберите все. Вот эту мелочевку все в мусор сложите. И сейчас будет целиком он сниматься. Будем греть. Да ты мусор бери и туда ложи. Зачем ты мешок оттуда вытаскиваешь? Уже съели дерево. Мот, успокойся. Она сейчас за сосиком пойдет. Ты чё? Не торопись.
досуг заниматься. Иди, одень что-нибудь. Слышишь? Слышу. Иди. Папа, ты можешь мне принести ведерко, чтобы я не знал? Можешь мне принести ведерко, чтобы я не знал? Да ты его сломаешь. Иди домой. Давай. Иди сюда. Ну куда ты пошла, я тебя подсажу. Ногу согни. Ногу согни. Не знаешь, как садиться надо? Молодцы. Гуляйте. Мота. 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 Успокоился. Мотик у нас. Мотик у нас. Не понимает, да? Не понимает. Он не хочет понимать. Что творишь? И сам, да? Гавчит он. Че гавчишь? Свои. Не надо тую есть. Надо кушать. Что, не покушать можно?
Среди ночи спать. Смотри, ты вообще не знаешь, что я один раз вообще не спала всю ночь. А давно говорила, кто-нибудь спать, тот станет лунатиком и будет лунатиком вообще. Ну что за поп? Вы что меня преследуете-то? Нет, лучше пусть спереди. Тогда? Мне неудобно в ноге тут. Вперед ее сделай. Вперед сюда, на плечо. Вот. Плюси, плюси. Плюси, ну ты рискуешь вообще. Смотри, чё. Плюсь. Ступит, балбесина. Но она, видишь, остановилась тоже. Она остановилась. Она, видишь, понимает, что нельзя маленький кто-то под ногой. Значит, она и на курицу не наступит. Ни на кого. Ну уж на курицу точно не наступит. Курица, если нарвется, тоже наступит. О, поливать, мать, тебе надо это, газон полить. Да, давить надо. Так, еще все? Все, проветрили. Лишний вес скинули, да? Да. Балласт. А, из съемкости вот не пьет, слышишь? Чего? Не знаю, видимо, она пьет свежую, только вот прям. С какой емкости? Ну, которая большая. Емкость. У нас нет емкости, теплицы. Ты имеешь в виду то, что вы сливаете, что ли? В смысле, что сливаете? Какую емкость? Ну, кубовая емкость. Ну, так я и говорю, как она может пить, она там уже... Так я ее недавно наливала. Все равно. Похоже, что-то на пенал. Пенал? Что за пенал? Смотри. Вот это пенал? На! А что это? Тогда кольцо баскетбольное. Блин. Ну что, пересадили на задней ноге больно. На задней ноге больно как-то. Вот тут больно. Все, как тут косточка. В курсе? Вот, все. Ты что ее загонял? А? Что загоняла, говорю? Что загоняла? Все, скажи, давай.
меня заводи, хватит. И не забудь какашки, скажи, за мной убрать. А ты не рычи, мокрый весь. Не надо рычать.